Администрация промышленного района поддержала и направляет на конкурсный отбор в рамках государственной программы поддержки инициатив населения муниципальных образований в Самарской области общественные проекты. Наш двор, восстановление тротуаров и внутриквартальной дороги с ее расширением, устройство отдельных элементов пешеходной части по улице Шверника, 17. Удобство в дом, устройство системы канализации по улице Путиловской от Вольской до проспекта Юных Пионеров. И зеленый двор, обустройство тротуара и газонов с системой автопалива по адресу улица Старозагора, 159А, информирует телеграм-канал района. Дни с 25 по 29 сентября Министерство здравоохранения России объявило неделей ответственного отношения к сердцу. Правильное питание, богатое омега-3 жирными кислотами, клетчаткой и антиоксидантами, значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Умеренные аэробные упражнения, такие как ходьба, плавание или велосипедные прогулки, способствуют улучшению кровообращения и укреплению сердечной мышцы. Применение техник релаксации, таких как медитация или йога, может существенно повлиять на общее состояние сердечно-сосудистой системы. Забота о сердце – это непрерывный процесс, требующий осознанного подхода к каждому аспекту жизни, пишет телеграм-канал Кировского района Самары. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки города сообщает, что родителям при рождении близнецов предоставляется единовременная выплата. Необходимым условием оформления является постоянная регистрация одного из родителей и детей в Самаре. За оформлением нужно обратиться в любой офис МФЦ. Также оформление выплаты доступно на региональном портале госуслуг. Подробную консультацию можно получить по телефону 340 08 47.